Для учащихся колледжей Экибастуза в Центре развития молодежных инициатив прошел тренинг на тему «Инструменты и методики трудоустройства». Секретами эффективного общения с ребятами поделилась практикующий психолог Алия Фафанова. Тренинг сегодня направлен на развитие эффективности общения, на развитие уверенности и взаимодействия со сверстниками и со взрослыми людьми. У нас будет несколько упражнений психологических с детьми. И вопросы, задания, в основном будут все-таки упражнения именно психологические. Каждый из присутствующих принял участие в игре, направленной на развитие доверия к окружающему миру. Подобные мероприятия Алия проводит далеко не впервые и отмечает, что каждая встреча дает свои результаты. Основное место работы в колледже, и там студентами, среди студентов тоже часто проводим тренинги, и результаты есть, конечно. Просто само участие, им уже очень от этого много полезной информации. Теперь такие мероприятия будут проходить в Центре развития молодежных инициатив каждую пятницу. Подробная информация на странице Центра в Инстаграм.